Бог послал сегодня рис, курицу жареную и помидоры. Бог, да? Какой Бог послал? Папа сготовил. Курица предназначалась для барбекю, она маринованная. Ага. Но мы жареная, ее пожарили на сковородке. Да, да, да. Офигеть, какая она вкусная. Да? Угу. Хорошо. Покушали, воды у нас с собой вообще просто улейся. Да, столько не надо. Мы, кстати, пока плыли сюда, вот прям до самого острова доплыли, не ели, не пили, вообще не хотелось. Погода такая не жаркая была, хорошая. А сейчас и поели, и попили. Сейчас бы поспать бы, да? Но нельзя. Надо идти купаться и грести обратно. К одному необитаемому острову по дороге заметили такой маленький пляж. Это как раз тот вот остров, где мост разрушенный был, мостик. Мы оплыли этот остров с другой стороны.
И вот мы высаживаемся сейчас, десантируемся сюда. Ну вот, мост разрушенный. Здесь когда-то можно было перебраться с острова на остров. Но это и сейчас можно сделать, тут не глубоко. Ну, глубоко, где-то, может быть, путь придется. Ну и что? И все. Нечего здесь делать на этом острове. Просто дикий остров. Достаньте мне, пожалуйста, вот это треугольное. Там ничего не сидит внутри. Умерло бы уже. Вообще. Ого, какая пирамида. Только макушка. Идешь? Какие-то муравьи. Нифига себе, какое дерево, еще одно. Муравьи. Муравьи, и из-за этих муравьев не увидела такой пляж. Покажу потом ее на видео. Муравьи. У меня уже коллекция блесен. А, пришла все-таки, да? Так я обошла по камням. Там просто реально муравьи были. У меня все ноги закусали. Ты видела, какое тут дерево? Да. Помнишь, мы такое видели с тобой где-то... В Хорватии, в ботаническом саду. А эти, смотри, какие интересные. Дикий, дичайший пляж. Вот с того острова мы приплыли сюда. Мы сюда не стали плыть по прямой, потому что камни мы так оплыли. Камеру ровно держи. Кто-то тут спать собрался в лодке. Так ты разрешил мне. Спать, ребенок спать завалился. Я тут один. Наяриваю, блин. Я говорю, давай хотя бы снимай меня, раз не гребешь. Устал ребенок мой, да? Да. Ну нормально тебе сегодня физкультура была. Да. Можно в спортзал не ходить сегодня. Тренажерку можно пропустить один день. Так, ну что, острова поснимаем? Раз, два. Раз, два. Ой, у меня мама.